Этим утром, как обычно, Вера Воробьева и Галина Киреева вышли расчищать снег с раннего утра. Мимоза в подарок в преддверии женского праздника стала приятной неожиданностью. Дамы принимают поздравления от руководства. Спасибо. Любви. Спасибо. Отличное настроение. Я буду все перечистить. Чтобы все у нас хорошо было, чтобы снега больше не было. Большое спасибо ЖКС, что это на нас внимание обращает и нас не обижает. Зарплату вовремя платят. В предпраздничный день подарки получили и представительницы прекрасного пола, которые пришли в управляющую компанию, чтобы решить интересующие вопросы. Старшие по домам в ответ благодарят коммунальщиков. Очень благодарны. И вообще всему рабочему коллективу, и дворникам, и всем-всем, и слесарям, и ну всем. Я говорю, от всего дома, от всех жильцов у меня такого, чтобы жалобы, у меня нету. В 2016 году как никогда. Они работали, убирались своевременно, расчищали все очень хорошо. И с крыши счищали, только позвонишь, скажешь, тут же бегут. Для сотрудников компании ЖКС поздравлять женщин с 8 марта уже добрая традиция. Цветы виновницы торжества получают в подарок не первый год. Алина Чемерес, Константин Головин, события.